Всем большущий привет! И снова влог одного дня, скорее всего. Я постараюсь еще вечерком сегодня записать, что сделала за этот день, и попытаюсь смонтировать. Очень надеюсь, что у меня это получится, потому что не хочется там спустя сколько-то дней выкладывать влог. Хочется день в день все делать. Не знаю, получится или нет. Посмотрим. Итак, меня зовут Тоня, вы на моем канале и смотрите мой уже третий влог одного дня, и я рада вас приветствовать, и спасибо огромное девчонкам, которые пишут сообщения, комментарии, это настолько мне дает много сил, вдохновения, спасибо большое за обратную связь, я не ожидала, что мне хоть кто-нибудь будет писать, а за последнее время, ну, столько девчонок написали, спасибо огромное, для меня это большая поддержка. Итак, я расскажу вам, что у меня в процессе, что покажу, что готовое, потому что не хочу снимать отдельный обзор, и расскажу вам о своих планах на ближайшее время. Итак, давайте начнем с готовых изделий, у меня их, можно сказать, три, да, три. Я вот не хотела показывать третий проект, но думаю, ладно, на видео сниму, потому что, ну, фоткать, честно говоря, я не буду этим заниматься, даже фотографировать не буду на память, потому что не получается красиво, а некрасиво делать, ну, не хочется вообще никак. Итак, давайте посмотрим. Эти два изделия вы видели в предыдущем ролике, но они там были не готовы, и вот эту папку я даже после того разобрала полностью и снова собрала, потому что у меня ничего не получалось. Итак, это под автодокументы, как это сказать, обложечка, да, здесь вот только вшит файлик конкретно под автодокументы, и больше ничего, потому что заказчица попросила конкретно под эти документы, паспорт у нее здесь не будет вложен. Но я все равно сделала вот такие вот кармашки, мало ли, для каких-нибудь, не знаю, там, справочек и карточек, еще чего-то. Конкретно, допустим, да, для машины ведь есть. Существуют ведь какие-то, как это сказать, карточки скидочные, да, которые касаются только автомобиля. И я думаю, что было бы резонно именно здесь такие карточки хранить. Ну, в общем, на магнитном пластике закрывается все как обычно. Очень мне нравится, как получилось, но это я уже все говорила, поэтому не буду останавливаться. И вот эта папочка вообще классная, моя любовь, потому что и стиль классный откликается мне. Такой бохо стиль. Я вам покажу поближе. Я уже поняла, что мне надо следить за камерой, потому что в прошлом видео такая дикая расфокусировка была во второй части, что я прям думаю, вообще, ну это просто жесть. Поэтому я прошу прощения за прошлое видео. Я не ожидала, что так получится, не контролировала. Вот, и вот такой результат. И еще прошу прощения, на улице просто ужас ужасный. Пасмурно, хмуро, все серо. Я вот включила освещение, и, по-моему, не сильно-то оно спасает, но я очень надеюсь, что видео будет смотрибельным. А, вот. Так, что? Здесь ловец снов. Давно я хотела сделать именно ловца, и как-то так все совпало, что мне заказали такую вот вещь, папку в этом стиле, и попросили сделать ловец снов. На самом деле быстро у меня все в голове сложилось, что надо сделать. Это вырубка с помощью круглых ножей. Тут как бы два слоя, да. Здесь ножичек вот такой вот, как это сказать, перья, да. И еще один ножик, тут листик. Не буду говорить производителей, потому что... Ну, потому что я не помню. Я не помню. Вот этот листик я помню, что покупала в магазинчике I Love Scrap. Производителя самого я не помню. Посмотрите, если кому-то интересно. Там в наборе два листика, второй вообще ножик я потеряла в этом ремонте, и вот у меня остался, ну, такой интересный ножичек, специфический, не во все, далеко не во все работы у меня идет он, то есть не must-have-ный, но когда-то вот он пригождается прям четко, вот. А вот эти перья я заказывала на Али, но я уверена, что это российский производитель. Если кому надо, я ссылочку в комментариях напишу, ну, по запросу, если кто-то попросит, я напишу. Я уверена, что, короче, российский производитель ножей для вырубки просто создал магазин на Али, поэтому, ну, в общем, там доставка 68 рублей, шло она только по России, ну, понятно, в общем, да, но меня это устраивает, потому что я заказала там что-то 5 ножей, по-моему, да, они стоили, по-моему, опять же, дешевле, чем если бы я брала в российском магазине, ну, и доставка 68 рублей за все ножи. Вот, так что
В принципе, меня все устраивает, и если бы там еще этот производитель добавил все свои ножички, я была бы счастлива, и там бы еще кое-что заказала. Но в самом магазине именно на Али там мало ножей. Вот у меня был, по-моему, обзор или не было. Что-то я уже не помню. Но у меня там такое больше, как сказать, мужская тема была. У меня там шестеренка была. Я, кстати, вот буду третье изделие готовы показывать. Там практически все эти ножи есть, потому что под этот проект заказывала. Так. И вот это, мне так нравится, как получилось плетение, просто обалденно. Ну, очень мне нравится, как это выглядит вживую, как будто действительно плетение. В общем, что, я просто взяла кругленький колпачок от клея, на кожзаме обвела, то есть просто вот сейчас даже наглядно покажу, как это делать, потому что сама я, честно говоря, долго над этим думала, как бы мне изобразить вот это вот все красивое именно плетение. Не кривое, чтобы было. Так, вот я взяла колпачок круглый от клея и вот так вот его приставляла и обводила. Чуть-чуть смещала, снова обводила. Причем вот здесь у меня незаконченный круг, он как бы чуть-чуть... Тут я не прошивала, то есть даже не прорисовывала с краешку. Опять смещала, обводила, смещала, обводила. И так, до конца. Рисовала белой гелевой ручкой. На обычном, там, допустим, глянцевом или матовом кожзаме это вообще вещь универсальная, она смывается очень легко. Просто это надо делать сразу, а не через неделю. Если через неделю будете стирать, может что-то уже и остаться. Потому что я вот такой человек, что могу стирать там эту ручку и через неделю. И уже тогда, ну, хуже смывается. На кожзаме по джинсу это, конечно, сложнее, потому что тут такой рельеф. Паста, да, вот эта гелевая белая, она заходит в этот рельеф, и потом приходится очень кропотливо это все смывать. Но вариантов-то не было, я бы не смогла так четко прострочить без отрисовки. Ну и, короче, вот, ручкой, значит, я обвела, и потом кропотливо прошивала на машинке. Причем это я уже делала после обтяжки всей обложки. Это, конечно, жутко неудобно, но это того стоило, потому что я хотела, если вот эту вырубку я пришивала только кожзаму и круги, то здесь я прошивала всю обложку, потому что хотела, чтобы это все прям крепко намертво держалось. Прошивала я нитками тоже в последних видео о покупках я показывала, то ли от Авроры, то ли от... как же они называются-то? Короче, нитки, вот последние в мир шитья я ездила, вообще забыла напрочь нитки. Короче, суть в том, что они толще, и поэтому стежки как-то более рельефные и более красивые. Если бы я прошивала тонкими нитками, без разницы какого цвета, вот такого бы эффекта, конечно, не было. Ну, как сказать, красивого. Вот, что еще? Папочку я всю прошивала вот этими толстыми нитками. Вот это на самом деле ниточка такого бежевого цвета я подбирала под кожзам. И она прям так и называется. Нитки для отстрочки. Это от фирмы Аврора. Классные нитки, конечно, просто бомбически смотрятся. И вот эти вот прямоугольнички я тоже такими же ниточками для отстрочки прошивала. Что еще тут сказать? Вот здесь у меня везде, как вы видите, наверное, эти есть строчки. Я все пришивала эти файлики, чтобы все держалось намертво. С этой стороны тоже есть такие прямоугольнички, но это чисто в декоративных целях. Они у меня здесь находятся. Бирочка сбоку. Магнитный хлястик. Ой, магнитный хлястик. Что я говорю? Хлястик на магнитной кнопке. Вот. И давайте посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас вот такое вот многообразие всяких кармашков. Всего-всего. Я вот сейчас думаю, где у меня лежат паспорта, которыми я обычно проверяю толщину, и не могу их найти. Что-то у меня они не под рукой. Ну ладно. В общем, не нашла я те загранники, которые у меня обычно. Ну, я их примеряю, да. Взяла свой паспорт. Здесь, значит, кармашки под два паспорта должны быть у меня по просьбе заказчицы. И глубже есть два кармашка. Тут под свидетельство о рождении СССРовское. И что-то еще какая-то книжка там должна быть. В общем, у меня заказчица попалась очень обстоятельная. И объяснила мне, что ей конкретно надо. Я люблю это, когда так, потому что когда ты работаешь на заказ,
и заказчик долго мечется, а я вот не знаю, а может, и ты уже, ну, ты как бы не можешь приступить конкретно к заказу, потому что ты думаешь, ага, сегодня мне так сказали, а завтра, может быть, мне скажут по-другому, а я уже начала работать, и как бы я вообще не люблю такие ситуации, когда мне приходится говорить заказчику нет. Допустим, заказчик что-то передумал, что-то по-другому, какая-то мелочь, да, но она как бы мою всю работу переводит как бы на другой лад, и мне приходится писать нет, я уже начала делать, и это сейчас переделать невозможно. И я вот не люблю такие ситуации. А вот эта заказчица молодец, она прям мне просто все по полочкам разложила, как какие документы надо вместить, что как должно быть. И, в общем, вот просьба была, значит, у нее семья состоит из 6 деток и 2 взрослых пока что. Они не собираются останавливаться на достигнутом, молодцы, вообще герои. И поэтому, в общем, нужно было 9 карманов под снился и желательно, как она написала, отдельные. То есть ей надоело, что они в стопочке, это неудобно, каждый раз надо искать, чей-то снилс. И ей бы хотелось именно, чтобы все было по отдельности. Поэтому папку пришлось сделать с 3 форзацами, потому что у меня не помещались вот эти прозрачные кармашки под снилс на 2 форзацах, да. Пришлось сделать на 3, на каждом 3 кармашка. Снилсы сюда замечательно помещаются, они из толстого пластика, то есть пластик не порвется. Вот он, грубо говоря, он из такого же, даже, знаете, даже прочнее, чем сам снилс. Такой очень прочный пластик. Мне очень нравится, он прозрачный, то есть это видно сразу, чей снилс. И все вот так вот будет разложено красиво. Еще посередине вот есть форзац. Тут тоже так же. Вот 3 кармашка. Снилсы заезжают и достаются очень легко за счет того, что здесь кожзам гладенький, здесь пластик гладенький. В общем, все вот так замечательно. Значит, и что еще? Ну, вот 2 кармана под паспорта меня попросили, вот 2 кармана еще под большие документы, ну, большие я имею в виду, вот, больше, чем паспорт, там, свидетельство о рождении СССР, еще какой-то документ, что у меня из головы выпало. Дальше, что? Дальше у нас файлики под свидетельство о рождении старого образца. Я уж не помню, сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще новое свидетельство этого года рождения, последний малыш. Мы решили, она и так попросила несколько файликов, ну, обычного размера, вот, от 4, да, чтобы они были под какие-то дополнительные документы, там, что у нас есть, там, прописка, да, по-моему, еще что-то, вот именно, ну, обычного формата А4. И я предложила, ну, раз уж свидетельство большое, последнее, давайте мы еще один файлик просто вставим сюда, вышьем. И будет оно здесь находиться. Конечно, не так идеально, как хотелось бы, да, чтобы вот отдельно были свидетельства, тут какие-то документы, вот здесь еще полиса бумажного варианта. Но что делать, если уже стали нового формата делать свидетельство о рождении, ну, деваться некуда. Ну, в общем, здесь еще файлики, по-моему, 9 штук для полисов ОМС. Они на 2 форзацах пришиты, потому что я так радовалась, когда приобрела файлики по рекомендации Лены Босс на Озоне, конкретно, ну, такие прочные, да, прям вот одно удовольствие. То есть я понимаю, что это не какая-то там полиэтиленка, да, вот. Они прочные, клевые, они недорогие относительно тех, что я делала до этого, да. Я там покупала один файлик по 20 рублей, ну, и это просто... Это очень дорого. Вот. Но когда я стала шить эту папку, я очень переживала, потому что, ну, ту толщину, которую они дают, ну, это просто нереально. Поэтому мне пришлось делить вот файлики на 2 части, потому что все 9 файликов в одну стопочку, если сложить, они дают толщину уже в 5 миллиметров. И это нереально. Ну, чтобы вшить же надо, да, чтобы тут небольшая ступенька была, потому что это некрасиво, в конце концов, будет. Поэтому мне вот так вот пришлось их разделять. И, ну, в общем, получилось неплохо, я так скажу. Ступеньки практически не видны. Так что все в порядке. Здесь я сделала дополнительный карман большой. Мало ли быстро надо какое-нибудь там направление засунуть или еще что-то, да, чтобы, ну, когда у тебя ребенок, допустим, висит на руках маленький, это неудобно же там файлик что-то засовывать, что-то еще нет. Ну, просто можно так засунуть дома, разобрать все, разложить,
ну, по местам и так далее. Ну и здесь тоже сделала карман, тоже высокий, большой. Ну пусть будет, почему нет? Раз уж делаем функциональную папку, значит делаем ее функциональную, чтобы у нас не было впустую потраченного пространства. Вот, поэтому все, по папочке я все рассказала, объяснила. Если кому-то интересно, такую папку я делала на заказ по цене 3000 рублей. Я считаю, что это оправданная цена, потому что папочка из кожзама, папочка, как это сказать, индивидуального вида. Слушайте, все, все слова потерялись, разлетелись, не знаю. Короче, она очень личностная, потому что, ну, где вы найдете с таким дизайном папку? Я думаю, что нигде. Только если на заказ это делать и так далее. Поэтому папочка, конечно, очень индивидуальная. По моему мнению, форзацы все тканевые вот здесь, ну, во всей вообще папке. Форзацы тканевые, кармашки из кожзама, из толстого пластика. Это действительно прочные материалы. Ничего с ними не случится в ближайшие года точно. Ну и, конечно, она супер красивая. Вот так. Мне тут в комментариях сказали, что ничего зазорного нет в том, что, ну, типа, хвалите свою работу. И спасибо этой девушке, потому что действительно есть у меня такой косяк. Я, ну, почему-то стесняюсь. А что стесняться, если это действительно тебе нравится, если это действительно красиво? И, конечно, все люди разные, и кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. И это нормально. Мне мои работы нравятся, поэтому я, в общем, решила, не стесняясь, говорить об этом. И давайте быстренько я покажу третью работу, но я скажу сразу, она не поместится в кадр, поэтому я буду так плавно ее перемещать и показывать вам, что же это такое. Итак, это коллаж из фоторамок. И она, этот, точнее, он, этот коллаж, он огромный. Вот, вот это вверх, вот. Так, вот так, вот так, вот так. И вот внизу вот такие рамочки. И мне даже не показать, мне даже не влезает. Вот я боком вот так вот покажу вам. Вы понимаете теперь, что почему я не могу ее сфотографировать толком красиво? Ну, просто потому что она, блин, ну, в общем, никак. Это для нее нужно создавать, знаете, отдельную фотозону на пол комнаты. Потому что в кадр влезает все, что не должно влезать. Вот, поэтому я решила, что не буду я ее фоткать. Хотя она мне тоже очень нравится. В общем, это коллаж этот. Девушка заказала для своего мужа под определенные фотографии на день рождения. Вот такой подарок. По-моему, замечательный подарок. Видно, что жена, ну, просто влюблена в своего мужа, и она так переживала, что вот чтобы все было красиво, в тему, понравилось. И, в общем, я очень надеюсь, что ей понравится результат. Она еще не отписалась мне, хотя послала ей пару фотографий, как уж смогла, так сфотографировала. Очень надеюсь, что ей понравится результат. Что я тут использовала? Бумагу от мистера Пейнтера. По-моему, коллекция называется Ferrum. И тут есть парочка... А, вырезалки есть. Вот лампочка, не знаю, видно вам? Да, видно, лампочку видно. А, что тут еще? А, наверное, только лампочка здесь и есть. Да? Ну вот я вырезала парочку тежиков из этой же бумаги. Дальше у меня здесь много чипборда. Вот здесь такой парашют, шестеренок много. Вот здесь. Здесь еще деревянные шестеренки, они такие прям толстенькие. Этот чипборд, очень много металюшек. Опять шестеренки, но у нас, к сожалению, в скрапе, что касается мужской темы, небольшой выбор. Вот реально. Не все мужчины как-то ассоциируются с шестеренками, согласитесь. Но когда мы задумаемся о мужской теме, что нам первое попадается на глаза? Шестеренки. Вот, ну, поэтому вот как-то, чтобы было прям действительно мужское-мужское, мне пришлось все вот это вот очевидное и употреблять в декоре. Дальше, вот, что я говорила про вырубку. Сейчас посмотрю, видно вам или нет. Вот, я вот этот элемент заказывала, чтобы тоже было такое, ну, прям, ну, не женское, хотя я бы назвала это больше в бога стиле, и этот ножик у меня во многие работы идет. Дальше, вот этот ножик конкретно под... Я не вижу, видно вам или нет, но он такой темно-синего цвета. Здесь, значит, гитара. А мужчина у нас, которому будет дариться этот коллаж из фоторамок, он как раз там на фотографиях, он с гитарами, с гитарой. Поэтому очень в тему эта вырубка. Дальше, что тут, рамочка металлическая, чипборд твой день. Это, конечно, было прям смешно, и обидно, и смешно на самом деле. Я заказывала
в одном магазине что-то и металлюшки, да, какие-то, а, и бумагу я тоже не в Леонардо покупала, а заказывала, и вот эту металлическую рамочку, и чипборд. Чипборд от Артузора. Что-то из последних коллекций, которые, знаете, супер дорогие у них с фольгированием там и все такое. Ну и, в общем, я не знаю почему, но у меня, видимо, рука дрогнула или что. Я заказала два чипборда, знаете, вот эти 30 на 30, на мужскую тему. То есть я вообще не представляю, куда мне их теперь деть. Просто. И у меня из этого чипборда только один элемент пошел в эту работу. А заказывала я чисто вот под эту мужскую работу весь чипборд. Ой, просто, мне кажется, я никогда не перескраплю этот чип. Он вообще, он такой, знаете, подарочный для тебя, for you. И все в этом духе. Вот просто на упаковку, наверное, буду пускать. Ну и то, оно же не женское, не детское, оно мужское. А я не так много делаю мужских работ, чтобы вот мне как-то, не знаю, может быть, на работе мальчишкам на 23 февраля что-нибудь буду мутить, какие-то подарки туда, что ли, пустить. Ну просто, это, конечно, вообще. Дальше, что я еще сделала здесь? Сделала вот такие бирочки из кожзама, потому что, ну, в декоре мужском у меня особо нет каких-то представлений. Ну, то есть, как это назвать? Детского декора очень много. И ты можешь применить множество там ленточки, шеби-ленты, там какие-нибудь кружева, чипборд. Чипборд такой, ну, как бы просто из картона. Чипборд цветной. Высечки, вырубку. Цветы, листики, ну вот все, что ты можешь собрать, все можешь употребить. В женских работах то же самое, в семейных работах то же самое, да. А вот в мужских, вот попробуй реально набери хоть что-нибудь в плане вот какого-то количества, это прям очень тяжело. Поэтому я, наверное, и боялась мужских работ. Ну да ладно, я очень надеюсь, что я справилась. А еще в этом магазине я приобретала братцы такого там, вот значит, такого цвета, это темное золото, да, я так понимаю, а, там медь была и никель, то есть, ну, такие они прям серо-черные, да, вот, сюда пошли у меня братцы вот на акценты куда-то, такого темного золота цвета. Что еще сказать? Вот здесь у меня, ну, то есть я не делала на каждой фоторамке композицию, чтобы это не смотрелось олиповато как-то, поэтому, ну, старалась, чтобы, знаете, вещь была со вкусом. Я надеюсь, что у меня получилось. Вот здесь мне очень нравится, как в углу, то есть на одной стороне это чипборд, и приделала я его еще на братце. Очень красивым. Вот я не знаю, видно вам, не видно вообще, что у меня такая темень в кадре. Вот, мне очень нравится, как смотрится. И вот здесь еще один элемент я придумала сделать как ремень. Это, ну, люверсы. А, кожзам тоже тот же самый, из которых фоторамки сделаны. И братцами я еще закрепила дополнительно на самой рамочке. Мне очень нравится вообще сама бумага. Мне так жалко, что она закроется вся фотографиями. Но вот так, в таком виде, прям мне очень нравится, как получилось. В общем, ладно, все, заканчиваю про этот коллаж. Сколько уже можно о нем болтать, да? Дальше, что я хотела вам показать. Я хотела, кстати, я показывала вам мастхевную вещичку из Икеи в прошлом видео, да? Которая у меня как бы для всей мелочухи, да, куплена за 400 рублей. А на самом деле она является там подложкой под вилки, ложки и так далее. Я забыла, опять же, еще сказать, какие вещички клевые я нашла. Это такие, ну, под посуду, наверное, ну, салфетки на стол, наверное, так это называется. Сейчас скажу. Название товара пипик. А вот салфетка под приборы. И, по-моему, для создания какого-то фактурного фотофона классная мастхевная вещичка. И вот это, и вот у меня еще кругленькая такая разноцветная вот лежит. И стоят они где-то в районе 80 рублей. Очень, по-моему, ну, такая экономичная покупка и очень клевая. Так, дальше что мне вам показать? Так, изделия я все готовы показала. Ну, значит, покажу вам альбомчик в процессе, который я делаю по совместному проекту с Леной Босс в закрытой группе. Фотоальбом на заказ. Так, во-первых, я доделала, ну, вклеила все эти странички, основы в переплет. И очень рада. В общем, я нисколько не пожалела, что переделала переплетик. Мне так больше нравится, мне прям так комфортно вообще от этого переплета.
И покажу вам, что я не доделала эти развороты, еще два первых разворота, по которым уже давно надо было отчитаться, я их не доделала. Я просто вставила фотографии, наконец-то распечатала, съездила, и я вставила фотки и сделала уголочки. И я в восторге, девчонки, я просто в восторге. Это такая вообще, такое, я не знаю, как это назвать. Прям такой альбом у меня получается. То ли это от того, что это для моего ребенка, и он уже с фотографиями моего ребенка. И, может быть, ностальгический какой-то момент присутствует, потому что, ну, фотки-то двухгодичной давности. Но я прямо не знаю, у меня такой восторг от процесса, что даже словами не описать. Но давайте сначала я вам покажу свое разочарование. Нож, нож, уголки. Вот это нож. Сейчас я вам поближе покажу, чтобы было видно. В прошлом видео я вам показывала последние покупки. И прям практически пищала от восторга, потому что нож-уголки я хотела очень-очень-очень-очень давно. И, наконец, я его получила, и я была в полном восторге. И, забегая вперед, я хочу сказать, что я все-таки буду делать с ним этот альбом, потому что смотрится просто бомбически, вы сейчас убедитесь. Но это разочарование просто года. Если вот вам видно... У нас уголки вырубаются на раз-два, просто отлично. Но тут нет даже намека на сгиб. То есть здесь должна быть такая, как сказать, либо полоса, знаете, вот пунктирная, да, чтобы легко было вот эти вот клапаны согнуть. Либо здесь беговочная полоса должна быть, ну хоть что-нибудь, что поможет согнуть этот уголок. Но ничего вообще, даже намека нет. Вот серьезно, я пыталась даже бумажку подкладывать, да, между слоями. Пыталась прокатывать несколько раз. Нет, ну то есть действительно рубит замечательно. Вообще претензий никаких нет. Это либо бракованный товар. Сейчас я вам покажу ножик. Мне на самом деле у меня были сомнения еще только тогда, когда я их получила. Потому что вот здесь, вот. Вот если видно, вот в этих местах оно вроде как есть что-то там, точечки, да, которые должны теснить бумажку, но они настолько мелкие, что как только я их увидела, у меня уже тогда закралось сомнение. Ну, думаю, ладно, то не будем расстраиваться, заранее сначала испытаем, так сказать, а потом уже будем делать выводы. Короче... Я расстроилась очень сильно, очень сильно. Мне приходится, то есть, представляете, да, вырубить уголочки эти все, а их немало. Ну вот, представляете, вот бумажка. Я прокатала здесь машинку 4 раза, и это только на 3 фотографии. Это ужасно, да? Ну так вот, ладно, вырубить. Потом я беру доску для беговки, бегую один уголочек по двум сторонам, сгибаю и только после этого наклеиваю. Это просто капец. Это очень долго делается. Вот. И мне, кстати, одна девчонка в комментариях написала, посоветовала посмотреть нож, хлястик скругленный в магазине Scrap Money. Я зашла туда. И на тот момент я еще не знала уголки, как они будут у меня рубить. Я зашла туда, да, ножик, хлястик видела, супер. Буду... Я еще тогда не знала, блин, заказать, не заказать, ну, типа, один нож, доставку платить и так далее. Но потом, и плюс еще я увидела от другого производителя тоже ножик, уголки. Не буду называть, опять же, производителя, потому что у меня дырявая память, я могу напутать. Ну, по-моему, Scrap Friend или что-то в этом роде. Это, кстати, нож Fantasy. И он стоил 250 рублей. Да, 250, а у производителя он что-то вообще там 120, что ли, стоил. Но производитель уже давно его не производит и не перевыпускает. Ну да ладно, 250 это не такая большая цена, если бы он работал нормально. Так вот, нож, уголки в магазине Scrap Money, по-моему, от производителя Scrap Friend, тоже есть. Они подороже, по-моему, где-то рублей на 100. И вот, пожалуй, я буду их заказывать. Ну, потому что меня не устраивает то, что мне приходится дополнительно еще тратить время на беговку. Вот, так что, ну, не ходите в Scrap Money, пожалуйста, а то вы сейчас все скупите, и мне не останется. Вот, ну, короче, ножи клевые вообще-то, по своей задумке. Дальше я хочу показать, что разворотики, именно с фотками. А вечером я еще планирую записать, как я их декорировала. Ну, я планирую, но я не знаю, я не уверена, что у меня это получится. Вот так это будет выглядеть. Это первый месяц, это второй месяц. И вот здесь еще из роддома фотки в рамочке. Клево же смотрится, скажите вообще. Я не знаю, у меня какая-то прям
трепет в душе. Мне очень нравится, как получается. Здесь я еще не сделала фон на открывашке, поэтому фотка еще не приделана. Здесь вот так. Причем мне удобно работать с фотографиями, потому что у меня магниты прячутся не за какую-нибудь еще подложку дополнительно, а именно за фотками. И поэтому они лучше магнитятся. Но у меня, я всегда, как сказать, переживаю за то, что магниты крепкие, но когда там 4 слоя бумаги и еще фотки, ну, что там будет магнититься? Вот, и вот так, и вот так. Смотрите, обратите внимание на эти... Ой, вот, у меня расфокус. Вообще ужасный, простите, пожалуйста, вовремя не обратила внимания. В общем, обратите внимание, вот как смотрятся уголочки. Мне кажется, чудесно вообще, просто чудесно. Мне вот... Вот так, мне кажется, лучше всего фотки смотрятся. Здесь, опять же, у меня фон еще не сделан, поэтому фотка еще не в уголках. И, в общем, вот так. Ну, вообще, здорово. В общем, я в очередном восторге от альбома. Хотя он еще вообще только на начальной стадии. А этот разворот мне нравится еще больше, девочки, потому что здесь круглые рамочки, но они просто чудесно смотрятся. Я, кстати, здесь печатаю для вот этих круглых рамочек. У меня-то машинка для вырубки маленькая. И такие круги мне невозможно вырезать. Поэтому вот эти круги я заказываю. Ну, девочки на заказ. И у меня в большом количестве остались именно большие. То есть они большие для фоток 10 на 15. Здесь были бы пустые места. И поэтому мне пришлось для вот этих круглых рамочек печатать фотки 13 на 18, а потом их обрезать. Но шикарно, скажите, такое вообще. Мне очень нравится, как получается. Еще плюс декор тут будет. И, в общем, вообще все будет супер. Короче, для того, чтобы фотографии у меня не пошли в кривь-в-кось, вообще эти уголки — это обманка такая, потому что фотки держатся не на уголках. Я посерединке промазываю так небрежно клеем. Клей я использую вот такой, этот момент карандаш, заказываю на Озоне. Опять же, по рекомендации Лены Босс. Ну, клевый клей, не коробит бумагу и держит супер крепко. Вообще прям супер крепко. И, в общем, я посерединке промазываю так небрежно этим клеем, выравниваю, приклеиваю. И только после этого я уже одеваю уголочки и приклеиваю, потому что, ну, по-другому сложно их крепить, чтобы все было ровно. Я, например, не знаю, как, если бы я делала фотоальбом на заказ с пустотами, но с этими уголками, я бы действительно мучилась, потому что, ну, это неудобно без фотографий крепить эти уголочки. Здесь, опять же, не знаю, будет фон или что, пока не закрепила фотку. И здесь тоже еще пока не закреплено. Фотки у меня все были сделаны на старенький телефон, плохого вообще качества, но мне это совершенно не мешает. Я эти фотографии все равно люблю очень сильно. В общем, я уже очень много болтаю. Я не знаю, какого размера получится этот влог, потому что мне же еще хочется вечером наснимать вам чего-нибудь. Но если я не сниму, то сниму следующую часть в понедельник, а эту тогда постараюсь выставить сегодня. В общем, я не знаю, прощаться с вами или не прощаться. Ну ладно, ой, знаете что? 40 минут я уже болтаю, мне надо будет еще ускорить это видео, чтобы... Да, девчонки, все, прощаюсь я с вами на сегодня, и следующее видео я, скорее всего, буду снимать в понедельник уже, потому что выходные мне никто не даст, ничего из-за поснимать, хотя, не знаю, вопрос. Много я вам уже наговорила сегодня, поэтому пойду я монтировать и постараюсь сегодня выложить этот влог одного дня. Всем спасибо за внимание, и пока-пока!